А есть ли гарантии? Открою вам маленький секрет, уважаемые друзья, как во многих видео говорят о том, что в жизни нет гарантий. Сегодня у вас есть руки, завтра их может не стать. У вас есть мысли, завтра они могут закончиться. Возникли идеи, и завтра вы можете вообще про них забыть. Если вы хотите хоть немного гарантий, чтобы вам предоставляла именно сама жизнь, а не кто-то, от кого вы ждете все это, тогда пашите. Будете пахать в любой сфере, которая приносит вам удовольствие. Вот это и будет вам маленькие ваши гарантии. А ждать каких-то гарантий от жизни, друзья, это глупо.